анонс и точность до выхода 136 по 140 серию турецкого сериала «Плен». 136 по 140 серию сериала продолжит выходить с 19 июня. Серии будут выходить по одной в день. В новых сериях мы увидим, как приближаются дни, которые исполнят радость Орхуна. Орхун наслаждается этими моментами, в то время как Хира борется с тем, что она влюблена. Хира изучила все предметы в найденном ею тесте. Она также поняла, что ревновала Орхуна. Орхун подумал, что Хира ведет себя не совсем обычно, и что она что-то от него скрывает. Так он увидел правду. Хира не может легко признаться в любви. Теперь, когда Орхун уверен в этом, нападки будут исходить с его фронта. Хотя Хира пытается показать, что у нее нет чувств к Орхуну, она показывает, как сильно бьется ее сердце к нему. Мы надеемся, что в этом процессе все пройдет гладко. У нас нет тела, чтобы справиться с хаосом непонимания. В последний момент Эда снова порвала его. Она до сих пор бродит вокруг, как сурикат. Орхун когда-нибудь поднимал голову и смотрел на вас. Вы поселились в особняке. Вы уже живете. Когда Нуршах просит брата прочитать стихи, Орхун подчеркивает, что в его голове только 97 из них. Таким образом, Хира поймет, что Орхун видел результат теста. По крайней мере, бедняжку не должен сдерживать этот шок. Фасад Мериэм все еще не удовлетворен ударами. Уйдет ли Мериэм, здоровье которой на этот раз подвергается испытанию? Сую скорлупу или будет бороться? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала, которые продолжат выходить с 19 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.